студенты смогут попробовать себя в государственной деятельности, ну а депутаты, наоборот, сесть за парты. Чебоксарский кооперативный институт и Государственный совет Чувашии подписали соглашение о сотрудничестве. Пожали руки, поставили подписи. С этого момента один из ведущих вузов республики и главный законодательный орган Чувашии связаны тесными узами сотрудничества. Организации будут обмениваться опытом и информацией, участвовать в работе друг друга. Основная цель – свести как можно ближе теорию и практику. К примеру, студенты смогут своими глазами увидеть, в чем состоит работа комитетов Госсовета. И мы от вас, значит, научимся еще там, да, будем учиться, что-то полезное там получим, да, и ваши студенты, естественно, тем более там тоже, когда они поработают с нами, там побудут, на комитет можно приглашать. Там, у нас вот, значит, комитет проходит, заседание комитета проходит очень так живо, интересно, там приглашают там всех специалистов, министры участвуют. Мы предполагаем, что будут наши студенты проходить практики, как курсовые, преддипломные практики, писать свои магистерские диссертации. Аспиранты могут пользоваться возможностями Государственного совета. Если студентам такое сотрудничество поможет влиться в будущую профессию, то депутаты получат возможность при помощи преподавателей вуза освежать знания и получать правовые консультации в нелегком деле законотворчества. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.